каждого человека, каждого коллектива есть волнующие минуты, которые остаются в памяти навсегда. Именно такие минуты переживаем мы сегодня. Несколько часов назад в объединенную систему выдал электрическую энергию крупнейший в мире промышленный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. Белоярская станция стала первой отечественной школой строителей и эксплуатационников атомных электростанций. У меня есть домашняя видеокассета, где есть фильм «Шаги в будущее». Смотрел его последний раз 3 месяца назад, потому что этот фильм для меня напоминание о моей молодости, воспоминания очень хорошие. Более 10 лет ученые и рабочие проектировали и строили на Белоярке уникальный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, в котором в качестве теплоносителя использовался вместо привычной воды расплавленный металл – натрий. Реактор назвали просто – БН, то есть быстрый натриевый, а цифра 600 – это мощность в мегаваттах. Физический пуск реактора БН-600 начался в декабре 1979 года. Реактор на быстрых нейтронах, он параллельно сжиганием топлива и выработки электрической энергии позволяет еще и производить новые, вырабатывать новые ядерные горючие. Вас никто не заставляет волдовать, вас заставляют выполнять тематические задачи. Я попрошу все-таки обеспечить круглосуточную работу. Заканчивается установка источника, и сразу же после него начинается загрузка реактора. Собрано, четко, уверенно специалисты поместили в реактор источник нейтронов и начали загружать сборки с ядерным топливом. Да, именно уверенность. Она ни на минуту не покидает этих людей. Смотрите на молодых людей, вот которые, ну, здесь же на реакторе БН-600, вот обратите внимание, они как даже на публику играют, когда вот работают с этими сложными механизмами. Вот вы присмотрите. 26 февраля 1980 года была набрана необходимая критическая масса топлива. В реакторе началась реакция. Физический пуск позволил определить характеристики быстрого реактора и параметры управления атомным сердцем энергоблока. 10 минут уже идем, да? Мы можем быть обмануты природой. Еще 20 миллиметров, давай, чтобы не было никаких сомнений. Виталий? Да. А, Виталий, аккуратнее, увереннее. Нет, ну они, я не знаю, просто блестящие просто они сегодня. Все? Да. Все? Может зафиксировать? Ну давайте постоим тогда, пусть чтобы он установился период. Нет, ну так чтобы, откуда я знаю, вот там вот он не установился. Надо мериться, а? Давай еще полчаса. Так как я в тот день, тогда начинал здесь работать начальником смены станции, это вот как человек, который в центре сидит. Тогда стоял другой стол, было все проще гораздо, телефонов было меньше. Здесь был главным инженером Валентин Павлович Купин, при котором мы пускали этот блок. Он тогда нам сказал хорошую фразу: как вы начнете эксплуатировать блок, так он потом и будет работать. По сей день считается, что подтвердилось все, что рассчитали наши ученые головы, это наш научный руководитель. Физико-энергетический институт ленинградский, он назывался ЛОТЭП, это сейчас он Санкт-Петербургский АЭП называется, ОКБМ, Подольск, дальше электросила ленинградская, это поставка генераторов и турбин.
Основные этапы пусконаладочных работ я бы отметил следующие. Постановка под напряжение первых респираторных устройств 6 кВт на блоке номер 3. Следующий этап, я бы отметил, это приемка натрия. Это первая цистерна, первая процедура откачки натрия, которая была осуществлена 5 марта 1979 года. В это же время и комплектовался персонал этого блока, помимо готовности оборудования. Были подготовлены все вахты, были все аттестация. Персонал был подготовлен к пуску достаточно квалифицированно, грамотно, что позволило энергоблок пустить вовремя и без ошибок. И вот он наступил, этот день. День пуска. Энергетический пуск энергоблока состоялся 8 апреля 1980 года. Все окупается этой самой волнующей и, может быть, самой торжественной минутой, имя которой – Победа. Спасибо. Можно зафиксировать оперативный журнал. Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, новых трудовых успехов в деле дальнейшего укрепления экономической мощи нашей страны. Леонид Ильич Брежнев. С этого дня и до настоящего времени наша страна является лидером атомной энергетики в сфере реакторов на быстрых нейтронах. За три десятилетия уникальный энергоблок дал стране более 112 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Расчетный срок эксплуатации энергоблока – 30 лет. Сегодня осуществляются работы по увеличению периода эксплуатации блока еще на 15 лет. Реактор на быстрых нейтронах обладает свойством естественной безопасности. Он не оказывает влияния на окружающую среду и здоровье населения. Основной результат 30-летней эксплуатации БН-600 состоит в наработке опыта для перехода атомной энергетики на новую технологическую платформу. Новая технология формировалась и оттачивалась на Белоярской АЭС. После успешного пуска БН-600 Белоярская атомная станция была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Коллектив станции был и остается высшей школой профессионального мастерства и кузницей руководящих кадров в атомной отрасли России. Реактор БН-600 стал родоначальником интегральной компоновки быстрых натриевых реакторов, прародителем строящегося БН-800 и перспективного БН-1200, который станет серийным энергоблоком, базовым для новой технологической платформы «Росатома». Благодаря успешной эксплуатации реактора, белоярские атомщики вот уже 30 лет работают в инновационном поле мировой атомной энергетики. Сюда, в Заречный, стремятся попасть и своими глазами увидеть БН-600 специалисты ведущих ядерных стран – Японии, Китая, Франции, США, Индии. За прошедшие 30 лет скромный городок Заречный, благодаря успешному работающему энергоблоку БН-600, строящемуся БН-800 и перспективному БН-1200, стал мировой столицей быстрых реакторов. У меня гордость, во-первых, за то, что я попал вот на станцию сюда, отработал на той очереди, на этой, и вот дальше вижу, как это все развивается. Это действительно гордость. И второе, это ностальгия по тому времени, когда мы были молодыми, могли работать по 12 часов, не вылазя отсюда, потому что это было интересно. Ну вот, дай бог, чтобы молодые наши на том блоке работали так же.